единство боевых искусств региона в День народного единства России. 4 ноября в Омском велотреке сосредоточилась вся мощь единоборств области. В шестой раз на традиционном фестивале здесь собрались спортсмены, тренеры, родители, почетные гости. Есть такое выражение: кто борется, может проиграть. Кто не борется, уже проиграл. И вы, участники сегодняшних выступлений, уже победители в априори, потому что вы нашли смелость, желание, силы выйти на эти площадки. Я хотел бы от всей души поздравить в первую очередь самих спортсменов, пожелать им удачи, веры в себя и воли к победе. С праздником, дорогие друзья! Кендо, самбо, карате, смешанное единоборство, тэквондо, рукопашный бой. К показательным выступлениям представители федерации подошли со всей ответственностью. Особенно старались самые юные единоборцы. После торжественного открытия Александр Бурков ознакомился с особенностями велотрека. Посетил тренировочные и подсобные помещения, где находятся десятки велосипедов для групп начальной и профессиональной подготовки. Глава региона отметил многофункциональность и привлекательность объекта. Следующей остановкой губернатора была авторская школа Александра Шлеменко «Шторм», расположенная в соседнем центре единоборств. Титулованный омский боец рассказал Александру Буркову о профессиональном оборудовании центра и о том, что летом на тренировки выходит до 80 детей. Важно, что сегодня на базе велотрека создается, скажем, экспериментальный центр, который позволит создать определенную точку притяжения на омской земле, чтобы тех ребят, которые проявили себя в этом спорте там, в соседних регионах, собирались у нас на территории, тренировались, и, безусловно, наверное, мы бы получали свежую кровь и определенные таланты от соседей. Но для этого тоже надо развивать материальную базу, надо создавать условия для проживания, условия для образовательного процесса, не только спортивного, но и среднеобразовательного. Поэтому здесь надо рассматривать комплексы. Приятно, что у руководства министерства, у руководителей и тренеров данного центра есть свои предложения, есть свои амбиции, здоровые амбиции, это очень приятно. Вот поэтому я думаю, что в этом направлении будем работать. Надо делать еще одну точку притяжения. Если мы видим в хоккее, да, в случае строительства двух площадок, в академии, да, хоккея, мы получим притяжение. Мы видим сегодня «Шторм», да, то есть является тоже притяжением для соседних регионов, ребятишек, которые едут тренироваться там под методику Александра, да, и готовы в этом направлении работать даже на своих территориях. Вот. И велотрек может стать еще одной точкой притяжения для спортсменов там высокого уровня. Замечательная идея проведения фестиваля. Я, честно говоря, первый раз вижу такое количество народу, ребятишек от маленьких самых малышей до таких уже почти юношей крепких. И все разнообразные виды единоборств. Я, вот, честно говоря, некоторые даже знал, что они есть, но вот воочию убедился, что это все красиво, все здорово, и ребятишки прям заняты, глаза горят прям. А у нас, естественно, у родителей счастья в два раза больше, чем у них. Мне кажется, очень здорово, что этот фестиваль провели в День единения России. Мне кажется, это так сплачивает. А какие виды спорта? Мне кажется, достаточно видов спорта. Может быть, я не все знаю, но мне понравились как и бокс, как и тэквондо. То есть очень классный праздник. И для маленьких детей, и для взрослых. Маленького собираетесь спорт отдавать? Да, конечно, в дзюдо пойдет. Пойдешь в дзюдо? Да.
хочу обидеть ни один из видов спорта, но фехтование сочетает в себе очень много черт. Это необходимость думать логически, это интуиция даже, спортивная форма. Ну, то есть фехтование очень часто называют шахматами, но только не на доске, а на дорожке. И это на самом деле так. Когда соревнования, потому что надо выигрывать, потом можно стать знаменитым, можно кубки получать, там, медали, выигрывать. Я думаю, то, что походить сначала на бокс, а потом на тхэквондо, потому что бокс и тхэквондо в жизни понадобятся. У нас как бы вид спорта в основном ММА, но мы выступаем на всех соревнованиях, которые у нас происходят. Мне нравится то, что я раньше тхэквондо занимался 3 года, там борьбы не было. Мне понравилось заниматься именно тем, то, что тут есть борьба, тут больше возможностей. Всего на фестивале единоборств в этом году было представлено 17 видов спорта. Федерации по этим направлениям, официально аккредитованная Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, работают на территории региона не первый год. И каждая может похвастаться своими достижениями. Желаем омским единоборцам новых побед!